Сейчас я покажу, как возле моего дома произошла авария. Вот эта машина. Она срезала колодец и врезалась в электрический столб. Это произошло днем. Я не видела, как по проводам пошли искры. Это видели соседи. Свет в районе вырубился. Ну, я потом вызывала сотрудников КРЭСа. Они потом починили свет во всем районе. Сын истекал кровью, а отец даже не реагировал на то, что ему нужно вызвать скорую помощь и сотрудников полиции. Его интересовало, как бы вытащить эту машину, не привлекая полицию. Сейчас я включу ролик, и вы посмотрите. Это даже в процессе, как я его донимала, чтобы он вызвал скорую и полицию, он даже неоднократно матерился на меня и ругался. Ну, я не буду это публиковать, потому что там нецензурная лексика. Вот я вот этот кусочек только хочу вам продемонстрировать. Значит, он по колодцу проехал. Кошмар. Авария среди бела дня. Ужас какой-то. Ну, это самое, вызвали бы скорую ему. Ну, отец. А? Едет? Ну, отец, вот он. Вот так. Отец едет, отец рядом, а скорую они даже не собирались вызывать. Ну, правда, потом вызвали и скорую, вызвали и сотрудников полиции. Приехала полиция. Сначала приехала скорая. Там и мать приехала, жена парня. Мать была в истерике, ну, правда, потом мы ее успокоили, потому что парень живой, сын живой, вот. И когда, значит, медики оказывали парню медицинскую помощь, то мать сказала, что у парня до этого была операция на голову, я не знаю, что там меня, я далеко стояла, не слышала. Только единственное, слышала, что вот ему делали какую-то операцию на головной мозг. Вот парня увезли, мать и жена уехали вместе с сотрудниками скорой помощи. А потом приехали сотрудники полиции, патрульной службы, которые занимались уже непосредственно с этой машиной и уточняли, как и чего произошло. Вот. И я находилась тоже на улице до последнего момента, пока сотрудники полиции не уехали, пока родители, друзья, товарищи, близкие, не знаю, кто там, набежало много народу, пока они весь мусор, все стекла и прочие-прочие детали не собрали, я им тоже помогала, пока мы не навели должный порядок на улице. Я не ушла с места аварии. Вот так. Вот такие происшествия бывают и днем.
Не думал, не гадал, но вот в такую ситуацию, как говорится, попал. И это прямо возле твоего дома. А на этом я заканчиваю ролик. Если кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал. У меня еще есть много чего рассказать. Так что вот так. Всего хорошего вам. Не попадайте в ДТП.